Приморье состоялась рабочая встреча губернатора Олега Кожемяка со статс-секретарем, заместителем министра промышленности и торговли России Виктором Евтуховым, президентом-председателем правления ВТБ Андреем Костиным и генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» Андреем Пучковым. Одной из центральных тем встречи стала передача в доверительное управление банку ВТБ 100% акций «Объединенной судостроительной корпорации», которые находятся в федеральной собственности. Для нас очень важно с тем, чтобы здесь на наших верфях строились и паромы, которые нам необходимы, нужны, строились суда снабжения, катамараны. Поэтому эту работу мы разворачиваем с учетом того, что предприятие после там, очистки накопившихся проблем то есть, выйдет на новый уровень. И мы, конечно, вас видим мощного такого партнера, который способен решить эти задачи, как строительство, в том числе и судов для промышленного рыболовства, ну и в последующем их дальнейшее обслуживание, судоремонта, что само по себе всегда сопровождает такие крупные верфи, как восточные. Губернатор Приморского края также отметил большую роль текущей работы в сфере развития международного сотрудничества. Конечно, для нас в целом партнерство с вами и в плане приграничной торговли имеет большое значение. Сейчас идет модернизация погранпереходов. Я думаю, что привлечение банка ВТБ к системе взаиморасчетов, к созданию таких новых бондовых территорий, территорий, где могли бы наши жители уже здесь приобретать товары, в том числе и беспошлинные. То есть имеет большое значение и ваши взаиморасчеты, ваши все операционные мероприятия здесь могли бы способствовать более глубокому развитию бизнеса. Знаю, что у вас с Китайской Народной Республикой, с банками установлены прочные связи. У нас оборот составляет с Китайской Народной Республикой порядка 10 миллиардов долларов. Это средний, малый бизнес. Денис Александрович, вы занимаетесь этим направлением. Поэтому я думаю, что это хорошие перспективы, которые, в общем-то, позволят выйти на новый уровень, позволят расширить возможности для кредитования малого и среднего бизнеса по нашим проектам. Также во время встречи стороны обсудили перспективы развития региона. Приморье – это перспективный регион, где в радиусе 1000 километров проживает 300 миллионов человек. Поэтому все эти интеграционные процессы, которые связаны с туристическими поездками, с товарооборотом, значит, они проходят через наши переходы, через воздушные, наземные, морские. И мы видим, что в перспективе ваше участие позволит увеличить и объем, и создаст гораздо более лучшие условия для ведения бизнеса, для решения тех задач, которые стоят перед нами в развитии Приморского края, в целом как форпоста России на Дальнем Востоке. Губернатор поблагодарил главу банка ВТБ за активную социальную политику. Отметим, АО «Объединенная судостроительная корпорация» управляет крупным активом в сфере военного и гражданского судостроения предприятием «Восточная верфь», где осуществляется полный цикл строительства кораблей и судов различных классов и назначений. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.